прошло 8 лет после того, как ты знал, что произошло. Можешь ли ты сказать, что изменилось в твоей жизни? Какие изменения малые произошли, большие? Что стало в твоей жизни? Изменения, конечно, произошли. Когда до катастрофы у нас деревня была больше населена, было больше людей, а после катастрофы опустела, и все стало таким черно-белым, как бы сказать. Sagt, natürlich haben wir, habe ich gesehen, dass das mein Leben hat sich verändert, weil vor der Katastrophe war das Dorf voll, viele Menschen, da war Leben hier im Dorf. Und jetzt nach der Katastrophe habe ich gesehen, dass das Dorf leer geworden ist. Und alles ist irgendwie in Schwarz-Weiß, das Leben ist in Schwarz-Weiß geworden. So. Раньше, может быть, до катастрофы, хотя тебе сложно ориентироваться, ты могла что-то делать, не задумываясь. А сейчас, вот, может быть, в твои личные какие-то дела, что ты вот, прежде чем что-то делаешь, ты вот вынуждаешься от ситуации что-то думать. Есть вот такие вот, что ты можешь что-нибудь назвать, сказать раньше? Ну, мне тоже было как раньше так делала, что там... Ну, вот с питанием. Да, у нас сейчас тоже в сезоне, у нас спиной раньше сразу, когда нам запрещалось, там, например, в лес там ходить, купаться, кушать там разные продукты, там, запрещалось. И сейчас на это никто не обращает внимания, просто привыкли все жить в этой зоне. То есть вы все равно все это кушаете? Да. Also Ich konnte zuerst nicht sagen, aber dann sagte sie, nach der Katastrophe wurde verboten, zum Beispiel Pilze in den Wald gehen oder baden oder Pilze sammeln, Beeren. Und man durfte das auch nicht essen. Und jetzt im Laufe der Zeit haben wir schon alle daran gewöhnt und passen nicht auf, gehen in den Wald, baden. Also die machen jetzt überhaupt keinen Gedanken. Ich hatte zwei Freunde, die sind jetzt irgendwo weg. Что-то у них там случилось с семьей, и вот они выехали, думали, чтобы спастись. Я вот не знаю, теперь не пишет ничего, от них нет. Я zwei Freunde, kann ich sagen, ist verloren, sondern die sind weggefahren, weil ist was mit der Gesundheit passiert und bis jetzt hat er keine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, ist was passiert oder nicht. Личное твое поведение в связи с тем, что сейчас происходит, что ты вот выбрал свою тактику своего поведения? Как вообще все это влияет на твою жизнь личную, то есть планы твои? Вот в связи с этой катастрофой что-то изменилось в твоей личной жизни полностью, то есть коснулось лично тебя? Как-то у тебя жизнь стала по-другому? Может быть, будущего стало меньше или больше? Как это тебя коснулось? Я даже не знаю, как сказать. В принципе, стало немного хуже. Так, вот эти... Все начали переезд, это туда-сюда, панику подняли, все это. Так в основном только что радиация немного, так повлияло немного. Es ist Ihnen schwer zu sagen, was ihn persönlich angeht. Es ist jetzt schwer geworden, weil diese Umsiedlungen, Aussiedlungen, aber persönlich, so, irgendwie kann er nicht sagen, nichts. Я помню еще хорошо, когда мы обычно с бабушкой, у меня бабушка, мы любили все время спать в саду. У нас сад был хороший, большой, мы спали в саду. И вот утром мы проснулись, а на улице как-то так туманно. Солнце на утро туманно немного. А попозже, где-то уже под вечер, уже начали передавать, и мне бабушка рассказала, что такое случилось. Er kann sich erinnern, als an diesem Tag Katastrophe passierte. Die hatten mit Oma so einen großen Garten und die haben da immer im Frühling im Garten geschlafen. Und da waren immer schöne Tage. Und als am Tag dieser Katastrophe, als die wach geworden sind, hat er gesehen, das war so komisch nebelig, der ganze Tag. Und dann spät abends hat er erfahren, dass die Katastrophe passiert. Er kann seine Что там будет, кто его знает, может еще одно такое произойдет, что сейчас вытворят. Сейчас же всякие попридумали этих атомных, может еще две взорвется, не доведи Господь. Я kann seine Zukunft jetzt nicht vorstellen. Er sagt, es kann alles passieren, die haben jetzt so viel erdacht, vielleicht wird noch ein paar Katastrophen passieren, noch zwei Atomkraftwerke kaputt gehen. Also hast du Angst? Ja, er sagte, er kann sich
seine Zukunft nicht vorstellen. Чтобы мы узнали поближе там, что там у них, как мы тут живем, чтобы они знали. Чтобы мы могли переписываться там, о чем-то говорить. Ты думаешь, что очень важно, чтобы люди пришли в город, потому что это возможность дать контакты, другие люди kennenzulernen, может быть, в Blickwechsel zu stehen, может быть, offen über Probleme zu sprechen. А потом уже, когда повзросла, где-то класс третий уже так стало, четвертый понимать стало, что... Nachdem sie erfahren hat, dass die Katastrophe passierte, sie hat das einfach nicht begriffen. Reaktor, Versorgung, das hat ihr nichts gesagt, also die akzeptierte das einfach nicht. Die war zu klein, 5 Jahre alt, und dann später schon, nach vier Jahren dann später, hat sie dann das begriffen, verstanden, was eigentlich passierte. Я очень благодарна вот тем людям, что приезжают, они вызывают детей, там, ведь в Германию, там, на оздоровление. Может, дети есть у нас, которые больше пострадали, и они тоже, наверное, сказали большое спасибо им за это. Ich möchte mich bedanken bei Leuten, die uns geholfen haben, bei Leuten, die Kinder nach Ausland einladen zu Gesundungsreisen, dass die Leute uns nicht vergessen und die Leute uns helfen. Und ich sehe sicher, dass es gibt Kinder, die mehr betroffen sind und die, wenn die diese Möglichkeit gehabt hätten, jetzt etwas zu sagen, die hätten sich auch bedankt bei Leuten, die helfen, die nicht das Problem vergessen. Ist nur das Gefühl der Bitterheit geblieben und die sind eigentlich alle beleidigt. Dieses Gefühl der Beleidigung ist geblieben nach 10 Jahren. Natürlich haben wir die letzte Hoffnung. Wir hoffen, dass besseres Leben kommt. Надеемся, что правительство тоже обратится и повернется к нам. Надеемся на то, что нам мир...